Сегодня в регионе прошла акция «Зеленые дороги области». На уборку обочин крупных автомобильных трасс вышли жители всех городов и районов Волгоградской области. В Городищенском районе экологический десант высадился на московской трассе. Главная установка – навести порядок вдоль дороги, убрать мусор. Его здесь хоть отбавляй, подмечают участники акции. Пакеты, пластиковая посуда, бумага, бутылки. Проезжающих не слишком беспокоит экология, они выбрасывают отходы не в урны, а прямо на дорогу. Что тут сложного? Поел, попил на трассе. Но не надо выкидывать, например, в лесополосы, из которых потом очень тяжело, кстати, и вытаскивать этот мусор. Вот. Необходимо просто каждому осознать этот момент, вот, и за собой убирать, тем более мусорные баки находятся непосредственно на остановках. Сейчас они везде выставлены желтого цвета. Делаем природу чище. Просто-напросто едешь в город, неприятно. Конечно, был сначала призыв властей. У нас на 12 было апреля объявлен субботник. Но за все это за один день убрать нереально. Поэтому как можем, стараемся. Попутно с очисткой от мусора ревизия защитных лесополос. В последние годы из-за засухи погибло много деревьев. Поэтому санитарная вырубка сухостоя очень кстати. Тем более в преддверии пожара опасного сезона. Сухостой может загореться, сейчас уже пора пилить, чтобы не было пожаров, ничего. Сейчас вот убираем, облагораживаем территории. Единый день уборки крупных автомобильных трасс объединил жителей всех городов и районов региона. Рядом с представителями ТОСов наводят порядок на обочинах дорог рабочие, бюджетники, пенсионеры, студенты и школьники. Им не безразлично, как выглядит родной поселок, город, регион. Поэтому они поддержали экологическую акцию «Зеленые дороги области», которая стартовала прошлым летом. Мы понимаем, что федеральные дороги – это своего рода лицо Волгоградской области. И жители Волгоградской области, гости города, проезжая вдоль наших автомобильных дорог, достойны того, чтобы они были в очень-очень хорошем состоянии. То есть цель – убрать все сухостойные насаждения, которые придают не самый хороший вид. С начала года в рамках акции «Зеленые дороги области» в регионе прошли 115 субботников. В них приняли участие почти 2500 человек. Их усилиями расчищены обочины трасс федерального и регионального значения протяженностью более чем 100 километров. Людмила Кухарева, Алексей Лунев, телекомпания «Актуба» из Городищенского района.